День открытых дверей состоялся во Дворце культуры «Сатурн» 9 апреля. Сотрудники ДК придумали для гостей мероприятия обширную и интригующую программу. Она оказалась интересной для людей разных поколений. Выступления участников социального клуба «Гармония» и зажигательные танцы участников программы «Активное долголетие» вызвали у зрителей только положительные эмоции. Кто-то танцевал, а кто-то рисовал, участвуя в мастер-классе по графике «Магия цветочных акварельных карандашей». Директор Дворца культуры «Сатурн» Василий Строилов позволил нашей съемочной группе заглянуть в гримерку перед началом театрализованного представления «И так сойдет». Кстати, большой зал ДК и балкон – заполнились в считанные минуты. Не нужны нам ваши взрослые советы, мы такие. Мы друг друга понимаем, мы играем, никого не замечаем. Я выступаю в коллективе «Перепляс», и много номеров, которые сегодня будут присутствовать, мне очень сильно нравятся. Мероприятие посетила председатель Комитета по культуре и туризму Марианна Рогатина. Сегодня единый день открытых дверей во всех наших учреждениях культуры. Эту традицию заложило Министерство культуры, по-моему, 2 года назад, когда провели единый день открытых дверей по всей Московской области. И мы увидели, что это очень эффективное такой инструмент работы, когда большое количество наших жителей приходят в наши дворцы и смотрят программы и записываются в наши кружки. Хочу знать, есть какой-то девиз у раменской культуры, когда вы говорите о том, что ребята, все, поехали? Культура – это мы. Наша сегодняшняя изюминка – это театрализованное представление. Оно подводит итоги творческого конкурса «Территории детства». В выставочном зале сейчас как раз эти самые работы, и дети с родителями приходят 2 недели, выставка будет проходить, потом эти работы заберут. Ну и самое главное, все кабинеты работают, можно записаться, это так же, как у всех, но мы сегодня в 15 часов 30 минут на сцене проводим творческий форум, который называется «Мы вместе культура», где мы собираем всех наших педагогов, руководителей, и также привлекаем всех неравнодушных творческих людей. Сказать, что в ДК царила творческая атмосфера, ничего не сказать. Тут царил общий праздник, объединивший жителей и гостей Раменского округа. Ольга Неаполитанская, Мария Бурова для программы «Городские вести».